сегодня, здесь и сейчас, на этой сцене, в рамках областного творческого проекта «Лето в парке» вас приветствуют творческие коллективы Саракташского района со своей концертной программой «Саракташ – частица Родины моей». Саракташский район занимает северо-восточную часть центральных районов Оренбургской области и граничит с Оренбургским, Сатмарским, Тюльганским, Кувандыкским, Беляевским районами и Республикой Башкортостан. В 2021 году Саракташский район отметил юбилей. 90-летие со дня образования. Поаплодируйте нам, пожалуйста. В пространстве звездном, в бесконечность стремится времени поток. И, наконец, впадая в вечность, уносит время, как песок. Стремительно оно несется Уральской бурной рекой и со всего размаха бьется Сакмара ласковой волной. За поколеньем поколенье уносит времени вода, но все ж эпохи отражения в ней остается навсегда. В мире Оренбургский был связан буковью.
вокального ансамбля «Россиянка» районного центра досуга прозвучала песня местного автора Людмилы Корниловой. Наш район большой. На территории Саракташского района 19 муниципальных образований, 77 населенных пунктов. Самые крупные села – это Черный Отрог, Желтая, Новочеркасск, Черкассы, Васильевка. В дружбе и согласии здесь проживает около 39 тысяч человек 21 национальности. В их числе русские, татары, башкиры, казахи, украинцы, мордва, белорусы. Поселочек наш, если долго в разлуке, то чаще вспоминается нам Саракташ. Здесь Сакмара река протекает, на Урал рукою подать. Не сыскать нам чудеснее края, где б такая была благодать. Поселок наш глубиночкой зовется, ну и пусть на этой серединочке всегда лежал. Yeah.
наследие народов России. Так давайте вместе окунемся в мир народного творчества, культурной самобытности и традиций Сарактажского района. Песенный фольклор села Черкассы Сарактажского района представляет народный вокальный ансамбль «Русская песня» районного центра досуга, руководитель Наталья Долгих. Встречайте их громкими, дружными аплодисментами. Для вас поет солистка районного центра досуга Екатерина Казаева.
Татарский народный вокальный ансамбль «Лейсан» районного центра досуга, руководитель Марат Халитов. Bye.
Давайте теплые аплодисменты, конечно же, ансамблю «Лисан». Спасибо вам огромное за то, что вы нас так тепло встречаете. Рады сегодняшней встречи с вами. Спасибо вам от всей души. Хочется сказать о том, что Оренбуржье – это все-таки край казачий. Казачьи народные песни представляют собой уникальный пласт народного творчества. Они уходят корнями в историю множества народов. Аплодисменты! На нашей сцене Роман Султиев, солист вокально-хоровой студии «Наследие» районного центра «Досуга». Самое солнце просияло, там отчаянный ворон прокричал: прошли часы мои до минуты, когда я с девчонкою гулял. Прошли часы мои до минуты, когда я с девчонкою гулял. Спешую на улицу к друзьям. Теперь мне служба предстояла. Спешую я коника седлать. Теперь мне служба предстояла. Спешую я коника седлать. Седлаю я коня гнедого, черкесским убранным седлом. Ой, сяду, сяду, ибо еду чужие дальние края. Ой, сяду, сяду, ибо еду. Аплодисментами на нашей сцене вновь ансамбль «Русская песня».
него главное богатство – это люди. Умные, талантливые, добрые, искренне болеющие душой за свою малую родину. И все мы гордимся тем, что родились и живем в Саракташском районе. Поверьте, мы его любим искренне, от всей души. Краше нашего района нет ничего на свете. Там твои яблочко катаются, два садовых рассыпаются. Ой,
Самобытное народное творчество. Среди наших земляков много талантливых художников, поэтов, композиторов. А сейчас разрешите мне похвастаться. Можно? Я безумно горжусь тем, что у нашего Сарактажского района есть свой гимн, написанный местными авторами, композитором Людмилой Корниловой на стихи Петра Ханина. От края до края.
вечно. Время нельзя удержать в руках. Время бежит куда-то, далеко-далеко вдаль. И мы не можем его остановить. Мы не можем подарить друг другу то, что было в прошлом. Единственное, то, что нам остается, это здесь и сейчас. И я очень рада тому, что вы улыбаетесь, тому, что ваши глаза такие добрые и искренние. Я очень рада нашей с вами встрече. И встречайте, на нашей сцене снова для вас поет Роман Султиев. Громкими аплодисментами поддержите его, пожалуйста. Он очень волнуется. По секрету. На часах 00, я старше на год, ты пришел мой день, а значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00, я старше на год, ты пришел мой день, а значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00, даю 5 минут на сбор. Выходи, жду тебя внизу. Ну хотя бы раз в год оставим всю суету дальше от панельных домов. И хоть я их так полюбил, снова катим мы прямо за горизонт. Одни солнце слепит наши глаза, и если вместе, то до конца. Я сжимаю крепко ладонь, знаешь, твой весь головой. Разговорами у костра мы проводим малый закат, гоним дальше целой толпой. На часах 00, я старше на год, ты пришел мой день, а значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00, я старше на год, ты пришел мой день, а значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. Громче, громче аплодисменты! Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах 00, я старше на год, ты пришел мой день, а значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00, я старше на год, ты пришел мой день, а значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00, я старше на год, ты пришел мой день, а значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой. На часах 00. Великолепный мальчик, да? Давайте мы ему еще раз поаплодируем. Ромка, эти аплодисменты тебе. Ну а теперь, дорогие мужчины, я обращаюсь к вам. Я вижу, какие вы мужественные. Я вижу, какие вы сильные и смелые. И поэтому следующее музыкальное поздравление для вас. На нашей сцене Екатерина Казаева и Елена Логинова. Под ваши бурные аплодисменты. Они тоже волнуются. По секрету.
быть любима. Если женщина любит, дом наполнится светом. Если женщина любит, сердце скажет об этом. Встречи, расставания, судьбы наши мерят. На любовь приходит тем, кто в чудо верит. Если с тобой рядом женщина, значит, в доме вашем счастье остается. Если женщина любит, ее сердце ранимо. Если женщина любит, она должна быть любима. Если женщина любит, дом наполнится светом. Если женщина любит, сердце скажет об этом. Пожалуйста, не забывайте о том, что если женщина любит, она должна быть любимой. Потому что я вижу, какие здесь прекрасные женщины. Приглашайте их потанцевать. Говорите им комплименты. Радуйте. Пожалуйста, радуйте своих подруг своими теплыми, искренними чувствами. Ну а теперь встречайте, для вас поет Альбина Власенко. Аплодисменты! Thank you.
музыкальное поздравление от Елены Логиновой специально для вас. Аплодисментами встречаем нашу дорогую Леночку. Это сила и воля, и дело вечно не в проворот. Но трудности эти мужчина, поверьте, один вряд ли переживет. Но трудности эти мужчина, поверьте, один вряд ли переживет. Мужчин мы жалеем, часто лелеем, душа за них очень болит. Мы все понимаем, часто прощаем, не сердце у нас, а гранит. Мы все понимаем, часто прощаем, не сердце у нас, а гранит. Мы коня на скаку остановим, мы в горящую лесу войдем. Мы выносливо все переносим, ведь на женщине держится дом. Берегите мужчин, берегите, все прощайте и нежно любите. Дефицит не они день за днем, потеряем, но скоро найдем. Дефицит не они день за днем, потеряем, мы скоро найдем. В салон красоты успеваем. На зло непогоде одеты по моде, красиво по жизни шагаем. На зло непогоде одеты по моде, красиво по жизни шагаем. Гордится Россия, каких дочерей нарастила. Должны быть счастливы родные мужчины, живите легко и красиво. Должны быть счастливы родные мужчины, живите легко и красиво. Мы коня на скаку остановим, мы в горящую избу войдем. Мы выносливо все переносим, ведь на женщине держится дом. Берегите мужчин, берегите, все прощайте им, нежно любите. Дефицит не они день за днем, потеряем, не скоро найдем. Дефицит не они день за днем, потеряем, не скоро найдем. Мы в горящую избу войдем, мы выносливо все переносим, ведь на женщине держится дом. Берегите мужчин, берегите, все прощайте, нежно любите. Дефицит не они день за днем, потеряем, не скоро найдем. Дефицит не они день за днем, потеряем, не скоро найдем. Друзья, я попрошу вас громкими аплодисментами поддержать вот этих красивых, милых женщин. Они танцуют сегодня для вас, они поднимают вам настроение. Спасибо вам огромное за это, за то, что вы с нами. Как хорошо летом, тепло, солнце светит, такое небо над головой, соловьи поют, так и хочется помечтать, да? А давайте сейчас загадаем с вами самое заветное желание. Я сделаю вот так, и ваше желание исполнится, поверьте мне. У меня бабушка колдунья была когда-то, давным-давно. Загадали все желания? Все, готовы? Раз, два,
точно загадали? Самое заветное. Самое заветное. Раз, два, три. Не получилось, еще раз. Раз, два, три. Опять не получилось. Кто-то не загадал просто. Просто кто-то не загадал. Давайте еще раз все дружненько подумайте о своем самом заветном желании. Раз, два, три. Вот теперь получилось. Я вам желаю, чтобы ваши желания всегда исполнялись. Чтобы ваша мечта вела вас к таким высотам. И пусть Вселенная посылает вам только позитивные моменты в вашей жизни с пятницей, с этим чудесным днем. Сегодня вечер, так хорошо. И у вас в гостях Саракташский район. Поприветствуйте нас еще раз аплодисментами. Через миг отчаян, сердце бедное, смешно.
случайно не помру от своей латыни. Если тут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки, если те ради сара, что студентов учат, да и мы у школяра, нас смерть не замучат, если нас смерть не убьют, на хмельной пирушке обязательно. Вот стою, держу слово, через миг качаю. Сердце верное свело скорбью и печалью. Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Да.
спасибо вам огромное за ваш теплый прием. Мы настолько рады тому, что вам понравилось. Приезжайте к нам в Сарокташ. Мы будем рады вас видеть. Мы гостеприимны. А вам желаем чистого неба над головой. Пусть дома будет мир, а на душе покой. Сарокташский район.